Всем привет! С вами, как всегда, Рабашев. Сегодня распаковываем китайский гриль. Инструкция. На английском языке. Достаем сам гриль. Оле-оп! Отлично. Это все нам не потребуется. Рассмотрим его более детально. На передней панели мы видим тепловой тумблер до 300 градусов. Две лампочки. Зеленая, соответственно, будет отвечать за подключение к сети, а оранжевая отвечает за нагрев тена. В комплектации мы видим решетку для укладки продуктов, стейков, колбас, купат, всевозможных блюд, которые мы будем подвергать процессу гриллирования. Готовить на гриле. В нижней части есть поддон, это прекрасно. Соответственно, более у нас ничего нету. Есть еще вот что, вот вилка. То есть оборудование полностью готово к работе. Хорошая европейская, видно, такая надежная. Принцип работы гриля достаточно прост. Он собран, полностью готов к работе. Мы его разогреваем порядка температуры 200-250 градусов. Спустя там 15 минут, как он разогреется, берем решеточку, пусть она будет горячая, выкладываем сюда стейки или любую другую продукцию, ставим и обжариваем, соответственно, с двух сторон до полной готовности. По времени сказать сложно, потому что в зависимости от продуктов разное время приготовления.